Новосибирцы и гости города пробежали полумарафон Александра Раевича. Ежегодный забег, посвященный памяти выдающегося тренера, воспитавшего в советский период плеяду известных спортсменов, состоялся в мегаполисе уже 26-й раз. На главную дистанцию вышли 1500 атлетов, а общее количество желающих было таким, что организаторы опасались, трасса может не вместить всех. Подробности расскажет Ксения Петренко. Этот забег любят и знают. В 26-й раз на площади Ленина собрались новосибирцы и гости города на полумарафон Раевича. В этом году рекордное количество участников – 15 тысяч человек – решили проверить свои силы. На старт вышли любители и профессионалы. Мне очень легко почему-то бежалось. Всегда, когда ставлю цель пробежать полумарафон, как побежится? Мне бежится очень хорошо почему-то. И я давно уже так быстро не бегала. Но, к сожалению, заняла 5-е место только. Хотя 2 года подряд предыдущих я бежала медленнее и занимала 4-е место. На протяжении уже 7 лет я сюда приезжаю. Ни одного Раевича не пропускаю. Это наш любимый старт, закрытие сезона. Здесь всегда прекрасная погода, прекрасная атмосфера. С каждым годом могу сказать, что я здесь улучшаю свой результат ежегодно. Основная трасса по традиции проходила по Красному проспекту. Полумарафонцы преодолели 5 кругов. Дистанция 21 километр. Дети вышли на 1500 метров, вдвое длиннее масс-старт для юношей и девушек. Посоревноваться могли и те, кто еще не умеет ходить. Чемпионат ползунков провели на ступенях оперного театра. Отрадно, что члены правительства, сотрудники мэрии города Новосибирска тоже выходят на старт и приучают, показывают своим примером, что здоровый образ жизни, что легкая атлетика – это благо и, в первую очередь, позитивная энергия и хорошее настроение. Поэтому праздник в очередной раз, безусловно, удался. И, конечно же, мы эту традицию будем сохранять, потому что дистанция сертифицирована. Полумарафон в календаре Минспорта Российской Федерации. Здесь присваиваются разряды. У нас участвует большое количество иногородних спортсменов. Среди победителей все стабильно. В мужском состязании на протяжении многих лет побеждают братья Анатолий и Евгений Рыбаковы из соседней Кемеровской области. Близнецы пересекли финишную черту, держась за руки. Мы не делим, когда для нас победа – это одна и общая. Поэтому никогда не делим. То есть первая? Первая, общая, первая. В чем ваш секрет? Расскажите. В чем секрет? Тренируемся, наверное, много. Поэтому секрет. Среди женщин лучшей стала новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Она пробежала за 1 час 14 минут и 4 секунды. Но многие бежали не ради победы, а ради участия. Фестиваль бега – это еще и праздник спорта и здорового образа жизни. Ксения Петренко, Евгений Павлов. Новости УТС.